Хей, йога, с вами Шумки, и сегодня мы поиграем в игру, даже, так сказать, продолжим. Я не знаю, почему я решил продолжить ее проходить. То, что она здоровая и довольно долгая. Это у нас с вами... Death Oblivion. Ну, то есть... Свитки, четвертая часть. Так, вообще, за кого мы играем? Мы играем за ящерку, да? Мы с вами ящер. Так, и по карте. Куда нам хотя бы идти? И что у нас вообще за задание? Так, беседа с алхимикой состоялась. Мне посоветовали пойти в Синград и поговорить с Синдарионом, ученым, специализирующим на растительных ингредиентах. Надо отнестись ему к королю Винера. Как вы помните, мы тогда с вами полностью ограбили весь... всю местность. Поэтому я не знаю, как нам вообще отнесутся сейчас. Ну, я, короче, не буду грабить каждое здание, поэтому... Так, сейчас нужно немножечко понять, куда мне идти. Акробатика повышена. Так, надо меч убрать. Добрый вечер. Что на этот раз? Что новенького? Пару дней назад мне повстречался грязевой краб. Гадкое создание. Еще увидимся. Не робей. Присоединяйся к нам. Заработаешь денег, творя добрые дела. Давай. А, это гильдия бойцов. Знаешь... Если ты хочешь повысить свое мастерство в стрельбе из лука, тебе стоит поговорить с Ремоном Бродером. Он отличный стрелок. Окей. Наш... А мы сейчас в гильдии как-то состоим? Я не помню. Если тебе это интересно, обратись к Велене Донтон в Короле, или Казану в Анвиле, или к Бурзу Грокашу в Чейдинхоле. Понятно. Да, слушаю. Так, а как? И тебе всего наилучше. Ну вот. 3 минуты уже прошло. Удалось добыть что-нибудь интересное? Корень Нирна. Как я могу помочь тебе изучить корень Нирна, если у тебя нет ни одного экземпляра? Возвращайся, когда у тебя будет что показать мне. Так, подожди, это ж получается мы корень Нирна вытащили из своего сундука, да? Так, как карта открывается? Блин, можно как-то еще удалить, я не знаю, расширить? Я сейчас понял, что корень Нирна у нас находится в сундуке. А какие и где сундуки, я вообще еще не помню, если честно. Ладно, давайте, короче, туда приду и посмотрим. Короче, корень Нирна я с собой взял. Поэтому давайте разговаривать. Удалось добыть что-нибудь? Да, корень Нирна. Да, это настоящий корень Нирна. И очень хорошего качества. У меня появилась идея. Так как ты уже знаешь, как он выглядит, может, ты согласишься отправиться в поисковую экспедицию? Конечно, так что нужно делать. Давай. Превосходно! Но прежде чем ты уйдешь, тебе нужно узнать кое-что о корне Нирна. В противном случае ты можешь ходить кругами и никогда не найти его. Корень Нирна? Несколько лет назад искатель приключений вроде тебя продал мне старый том, содержащий алхимические формулы. Большинство из них были бесполезны.
Но на одной из страниц был рецепт зелья, известного как эликсир исследования. Это потрясающее зелье, предназначенное для исследователей подземелий. Эта формула показалась мне разумной. Правда, в нее входил один очень редкий ингредиент. Да, твоя догадка правильна. Это корень нирна. Я отложил эту книгу в сторону. У меня было запланировано столько других интересных экспериментов, что просто не было времени на сбор растений. Но раз ты тут, это многое меняет. Надеюсь, никто не попытается стащить что-нибудь, когда поблизости находится капитан Дион. Он очень серьезно относится к своим обязанностям. Эликсир исследования — это многоцелевое зелье, которое разрабатывалось, очевидно, для исследователей подземелий. Формула описывает различные свойства отвара. Если тебе это интересно, я отправил краткую статью о нем на имперский алхимический симпозиум. Если ты принесешь мне 10 корней нирна, я готов продавать тебе этот эликсир с огромной скидкой, а также дам один образец бесплатно. Лучшее место для начала поисков — тенистая роща. Это часть великого леса к северо-востоку отсюда. Удачи! И поскорее возвращайся назад с корнями нирна. Добро. По какому? Ну что, тогда мы с вами что сейчас сделаем? Так, и вещи. Так, на этом я перехожу к следующему вопросу, а именно светящемуся корню, известному как корень нирна. Несмотря на то, что это крепкий корень, может произрастать практически везде, где имеется в достаточке вода, это растение весьма редкое и, как я полагаю, находится на грани исчезновения. Мне еще не приходилось находить его искренние побеги, ибо они редки ныне вдоль дорог Сиродила. По словам известного имперского ботаника, так где оно, известного имперского ботаника Чевиуса Вильямана, когда корень нирна встречается повсеместно, он не подозревал, что некий каталис оказывается негативно влияние на рост этого растения, хотя многие ученые и сомневались, сомнением относятся к предложению, что явление известное как смерть солнца, произошедшая в 668 году первой эры, казалось катастрофической на жизни растений. Чивиус полагает, что отсутствие солнечного света в течение целого года практически уничтожило поросль корня нирна, в том же, как другие растения приспособились к новым условиям. Таинственная магическая природа корня нирна сделала его особенно чувствительным к изменению климата. Следует отметить, какова бы ни была истинная причина, явно корень нирна встречается все реже и реже. Ой, короче, тут что-то слишком дохера. Нахер надо, я лучше потом уже сам прочту, ребята, без вас, сорян. Я чисто экономлю ваше же время. Так, а теперь вопрос, куда мне все-таки тулить надо? Ага, то есть мне сейчас нужно выйти... Только понять, где здесь еще выход... Походу, я нашел. Я думаю, может ограничение по FPS убрать. Ну что, давайте начнем тогда. Так, подожди, я же вышел отсюда. Да, вышел. Мне интересно, на самом деле, оно. Вот у меня, допустим, есть меч. Ага, на троечку все, понял.
Да, мне нужно, кажется, ограничение FPS убрать, потому что у меня оно немножко... О, кто-то стоит. Давай быстрее. Оставь меня в покое. Окей. Так, вижу какую-то пещеру. Ну так как мы... Это ограбление? Жизнь или кошелек? Не. Мы поиграем в эту игру, если ты так хочешь. Давай. Почему бы тебе просто не умереть? Умри, тысяча проклятий! Просто драка инвалидов. Драка инвалидов, как я и говорил. Окей. Кожаное мундирование. И все? У тебя ничего не было? Давай хотя бы молот посмотрим. Что за молот? Так, ценность. У меня урон 5. У него 2. А или подожди. Что это значит? Подожди, это по урону? Короче. Вот это, походу, по урону. Так, окей, значит, здесь недалеко шахта, но я не понимаю, чего такие разбойники сильные. Давайте тогда в шахту зайдем, посмотрим, что у нас в шахте будет ожидать. Все равно один фиг у нас это по пути все. Черепа. Вон почему здесь черепа. Цветок алкамы я собрал. Ну, смотрите, если так смотреть по карте, здесь есть пещера. А, то есть она так именно не отображается, да? Давайте, я не знаю, сходим, попробуем. Я понимаю, что там будут скелеты. Шахты. Кто меня видит? По глазу видно, что меня кто-то видит.
Так, а можно как-то местность показать? В смысле, а чё, я не могу? Стальная, железная. О, теперь могу. А чё они такие жёсткие? Почему они такие жесткие? Чтобы вы понимали, я на среднем уровне сложности играю. На ней... О, отмычка. Я буду часто сохраняться, потому что я не знаю примерно, с какой они силой атакуют, потому что, вот, допустим, даже очень простой. А, все, вспомнил. Ну, примерно, ладно, я вспомнил. Примерно вспомнил. Просто сундук. Без ловушек. Я не понимаю, вот значок глаза. Почему показано, что меня кто-то видит? Или он закрыт? Походу, я чего-то просто не понимаю. Мне просто немножко нужно вспомнить боевую систему. Знает. Фиг его знает. Так, это выход, да? Покинуть туннель, значит, мне нужно обратно. Не знаю, я буду потихоньку вспоминать на самом деле. Но я помню, что я постоянно автосейвился. Thank you.
Ну, блин, я не знаю, в принципе, очень быстро бегать. Хотя, ладно. Железная стрела забрать. И что, тут здесь хотите сказать, никого не было, чтобы ему помочь? Стоп, это я рудный камень открыл. Вот, нихера, сундук. Большая открытая территория. Не всегда хорошо. Как, короче, я походу начинаю вспоминать насчет глаза. Так, это тоже покинуть шахту. Так, а я зачистил ее или нет? Не помню, как узнавать. Шахта, 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 шахта. Короче, главное... Главное вовремя блок ставить. И отбегать. Только вот не помню, это как делать усиленную атаку. Так, еще одного слышу. В смысле он пустой? Он хочет, чтобы я в него тоже стрельнул. А, ну ладно. Базар ноль. Могу и так убить. Так, стрелы, стрелы, яблочко, картофель. Ингредиенты подойдут. А, нахер я кости собираю, которые мне нахер не сдались. Мясо крысы. Возьму, ладно. Ага, за это зацепить. Лук, чеснок. Чеснок. Мясо крысы. Мясо крысы можно как ингредиенты просто использовать, да и все. Редиска. Тарелки нужно будет повыбрасывать. Стоп, это еще не все? Нихера себе. Нихера их там. Один, два, три, четыре, пять. Их там пятеро. Даже их там больше. Один, два. Их там шестеро.
Я их всех не убью. Даже никак я их не убью. Ну, типа, ну если по одному, да, но... Толпой. Так, ладно, что у меня по зельям? Понятно, ладно. Давайте попытаемся по одному, что ли, их вызвать, если я сейчас... Ебать, их там много. Допустим. Ого, сколько стрел. Спасибо. А, это все, короче, вес. Хотя нет. Давайте тогда я буду их сюда по одному приманивать. Манать их там. А вот это было плохо. F9. Понимаете, сколько их тут? Смотрите, просто сейчас чисто ко мне идет трое. Двое вдалеке и двое еще слева. Я не знаю, как это я проверну. Давайте я на паузу поставлю. Может быть, я что-то смогу придумать. Не, кажется, мы нихера не придумаем, потому что они чисто на меня идут. Да чё я не могу его убить? Ай! Он своего же атаковал. Нихера себе. Так, подожди. Фух, манать. Чё так сложно? Да, нужно будет с собой зелье побольше брать. На хпшку. То что жопа. Не, ну заметьте, я их убиваю. Но какой ценой? Ну, у них можно очень много стрел нафармить. Так, осталось еще трое. Осталось еще три чудика, давайте их подожду немножко. Короче, я смотрю, если вниз упасть, то... Упасть, то скан... О, там еще челик ходит.
Это, походу, с другой стороны, где я мог бы попасть. Не попал. Подожди. Почему? Почему? Почему она ломала? Ладно, плевать. Я думаю, как тех выманить. О, этот уже ко мне идет. Сделаем таким образом. Во-первых, я попытаюсь лука его сюда позвать. Ха! Ха! Окей. К примеру. Ну, тех двух я не хочу. Я хочу немножко отхилиться, но он зато мне стрел может накидать. Я не против. Это если что халявный стрел. А у них же тоже стрелы заканчиваются. Сейчас, ладно, еще на один хил. А не, они уже сюда вдвоем идут. Я радиус не понимаю, какой должен быть. Ля, ля, как он. Ага. Раз. Два. Ну, хилься. Три. В смысле? В смысле, он у меня оружие выбил с рук? Это прочность? Откуда я знать мог? Что это прочность оружия? А вот это уже, ребят, вообще не круто. Это вообще сейчас не круто. Что мне делать? У меня моего оружия теперь нету. Ладно, сейчас будем что-то импровизировать.
Монайт, я не знал, что тут оружие ломается. Это очень плохо. Это очень плохо. Ладно. Надо еще взять меч один. Так, у того челика топор, да? Понимаете, это чувство, когда ты остался без оружия. Откуда я мог знать, что там вообще есть качество? Я этого даже не предполагал. Ладно, этот меч хотя бы более-менее убивает. Так, сколько у меня таких мечей? Так, еще есть один. Стоимость, плевать, мне главное вот урон. Одноручный, одноручный, одноручный. Булавы мне не нужны. Меч, еще есть один меч. Теперь мне меч нужно искать. Так, а вопрос, а как чинить оружие? Какого черта их там так еще до хера? Вы видите, сколько их там? Давайте посчитаем, сколько я уже убил. Я убил ихнего вожака. Раз. Гоблин, пехотинец. А, это тоже... А, это вождь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там еще восемь, девять, десять. Откуда их тут столько? Прыгнуть вниз. Это жесть. Топор, сколько урона? Хуё. А давайте я даже зайду и посмотрю, это хоть тот проход. Я вообще не понимаю, что это за проходы. Сколько их тут? Подожди, может это был это? Сокращенный путь? Это что-то жопа.
Пиздец. Ты чувствуешь, когда у тебя ни зелья, ни хера нету. Теперь ты будешь думать, как отсюда вообще выбраться. Так как у тебя при всем при этом еще и хпшки нету. Нахер мне эти стрелы, если я урон нормально дать не могу? Покинутая шахта. Но это я снова же иду просто... А, нет, смотрите, это все-таки сюда было. Жесть. Ладно. Сейчас что-то придумаем. Я же, по сути, могу просто... Я мог бы просто подождать, чтобы быстро восстанавливать себе ману. Вариант. В смысле, а где моя... Ну где ты экипирован, блядь? Странно. А, подожди, тут есть быстрый слот же? Или нету? Все понял. Нужно было просто включить один урон. Нахер надо. Слабый слишком. Стрелы, да. Пипец, я думал там... Маленькая территория будет. Я зайду, да и все, и выйду. Типа, там скелеты. Либо немножко троллей. Но гоблинов. А здесь ебать засады. Тут засады, которых я еще даже не видал. О, ловушку вижу, растяжку. Да, ну стрел, зато я вам скажу. Заруба на мечах. Три урона у меча. У меча три... Ладно. Бери свое тело нахер. У меча три урона. Ты чем был? Он, походу, короче, с топором был. Это чел был с топором. Сундук. Короче, это место чисто, знаете, поубивать несколько врагов. Так, ткань, каменная чаша мне нахер не сдалась. Так, F5. О, там снова какая-то здоровая местность. Постоянно нужно смотреть за оружием, чтобы качество... Ну, короче, тут на несколько ударов.
как я понимаю. Еба. А я думал, это кто-то стоит. Почему здесь так пусто? А я думал, он тут один. Так, этот, короче, с ножиком на один урон. А тут я хер знает чем. Факт остается фактом, нужно убить сначала того. Но мне нужно, чтобы они только вдвоем были хотя бы. О, это походу берсерк. А, ты молодец, Мах. Оказывается, то колдун был. Ну, я стрел нафармил. Блин, подожди, а у лука что же есть? А это плохо. Так, тут проход есть. Хрустальный шар. Гоблинский тотемный посох, нихера себе. 7000 стоит. Ху. Песочные часы. Так, череп нахер. Ваза нахер. Так, а у меня же есть, да, этот предмет? Ладно, возьму. Зелье лечения. Благодарчик. Так, по ноше. Давайте, наверное, лук возьму с собой. Мало ли пригодится. Либо, как вариант, я могу просто заменить свой лук на вот этот лук. Они же, по сути, одинаковые, да? Да. Так, F5, сундук, отмычки, меховые перчатки, не вижу смысла. Хотя, а смысл мне от моей одежды? Суть, это роба, которую я вначале получил, которая ни хера не дает по статам. Но зато она тоже весит. Хотя, ладно. Пускай будут, если что, их потом выкину. Так, а куда там еще есть проход? А, это тупик. Так, а вот это вот тело зомбака. Вот это было бы довольно плохо, если бы он еще тоже был. Потому что, как я помню, они самые такие живучие. Место просто здоровое. Так, один, двое, сохраняемся.
Берсерка, хорошо, что я сразу атаковал. Так, идите в жопу. Остался ты. Я немножко радиус на самом деле не понимаю. И типа хпшка, я как бы и наношу много хп, но серии долгие, вы понимаете, я одну локацию пытаюсь 50 минут уже пройти. А ведь мы просто хотели изучить местность. Хорошо, что я все-таки без берсерка сразу начал атаковать. Так, два урона. Два урона. Так, там больше ничего у нас не было. Ждать. А, тю, у меня хп сразу тоже восстанавливается. Окей. F5, подожди, это тупик. Да иди ты в жопу. Короче, в тупике, идем обратно, куда мы, откуда пришли. Ебай! Меня наебали. Но я его щит заберу. И меч тоже. А. Тут чисто фехтование. Два удара и щит. Два удара и щит. Короче, чем херня? Четыре урона, неплохо, неплохо. Это вообще очень плохо, я вам скажу даже. Так, ладно, выкину нахер. Так, какой я использовал этот? Ну, скоро жопом. Херня в том, что я шел обратно, как вы помните, по карте. Мы уже тут исследовали, и тут никого не было. Я сейчас, ну, просто бежал, прыгал, да, как обычно. Потом смотрю, на меня тут челик выбегает. Я такой, что за херня? Вот-вот. Сейчас мы поднимемся наверх, где было три врага. И попытаемся там что-то сделать. Так, сразу видим, что удача на нашей стороне, что один отошел ото всех. И мы сейчас его сюда, так сказать, подгоним. А подгоним мы его довольно простенько. Так, сохранюсь. Главное, чтобы его приятель, который вдалеке, не увидел это. Я тебя понял, приятель, до свидания. Я смотрю, он довольно умный.
Почему я говорю, что он довольно умный? Потому что он сразу начал отбегать к своим. Так, а его приятели все еще там, да? Сколько их тут? Блин, я не знаю, можно с помощью стрел их как-то немножко сюда подозвать? Слушайте, а тут, походу, еще один посох валяется. За 7 кусков. А, вон оно что. Ну, тогда мы с вами только в деньгах. Хотя, подожди, а сколько... Так, где этот вообще посох? Использование... Давайте я его возьму. Мы попробуем. И стоимость упала его? Нет. Не упало. И да, это такой же. Ну слушайте, они довольно и это жесткие. По 20 урона за использование. Пс. Мощная штука. Так, ладно. Мне нужен остальной меч. Поставить лук 96, меч, я не знаю, серебряный клеймор, я попытаюсь его починить. Он вручный, но, блин, со щитом мне, конечно, немножко поспокойней. Так, и второй, отмычка, стрелы. Так, все, да? Место зачищено. Давайте я выйду на снаружи и посмотрим. Короче, ребятки, нет, и локация не зачищена. Где она? Локация не зачищена, походу это только в Скайриме есть надпись такая. Но мы знаем точно, что мы покинутую шахту чисто зачистили. Все, что там можно было взять, мы навзяли. Тенистая роща, мы отправимся тогда уже в следующей серии. Пипец, просто серия вышла на час, вы понимаете? Чтобы вы понимали, вот мы промежуток сделали. Это жесть. Также я смотрю, здесь есть у меня акробатика. И прогресс. Мне нужно, по сути, еще немножко, и я апну себе уровень. Давайте немножко попрыгаю. Акробатика. Я не знаю, сколько мне еще нужно вообще прыгать, чтобы прогресс прокачался. Либо мне нужно основной вот этот прокачивать. Главные навыки. По сути, от... Так, подожди, что мы там смотрим? Акробатика, да? Мне кажется, здесь самое выгоднее прыгать. Потому что здесь такая, типа, ровная поверхность. Типа, вы видите, я довольно быстро прыгаю. И за это я могу быстро накапливать. Давайте я попрыгаю до апа, и мы с вами качаемся и закончу эту серию. После долгих и утомительных часов тренировок, прыжков и контролируемых падений, вы приобрели начальный навык в области акробатики. Теперь вы можете атаковать и в прыжке, и при падении. Однако, находясь в воздухе, вы можете использовать лишь обычные атаки. Так, это как? Типа, а тогда я в прыжке не мог атаковать, хотите сказать? А, то есть вы хотите сказать, тут была сильная атака всегда? Так, это рывковая.
Но один хер, у меня почему-то прогресс не идет. Я не знаю, почему тут микро херня осталась, да и все. О, слушайте, я сейчас понял, что я могу просто ждать, пока у меня восстановится мана, и просто использовать восстановление. Как вариант. То есть я могу делать таким образом, смотрите. Ждать. Мы видим, что у меня есть это. Используем восстановление. Потом снова ждать. И так, короче, повышать свои статистики. Либо я могу заняться, как вариант, акробатикой и в тот же момент сразу прокачивать и то, и то. Но прогресс в натуре не понимаю, почему он вообще у меня остановился. И я замечу одну вещь. Когда я апнул магию, заметьте, что у меня теперь, походу, и маны немного стало больше, потому что тогда мне не хватало, да, еще на одно использование. А теперь, смотрите, у меня сразу хватает еще на одно использование. То есть оно само по себе прокачивается. Короче, оказывается, прогресс у нас не восстанавливается, ну, то есть не показывается, потому что мне нужно было поспать. Я нахожусь сейчас на каком-то 4 уровне. Ну, короче, хер знает. Дело в том, что, походу, я сам себе же усложнил игру. Я не знаю, насколько, но, походу, насильно. У нас будет ад в игре. Локацию эту мы с вами зачистили, ребят. Поэтому я как-то вот так сделаю. Скриню ее и поставлю. Что мы с вами теперь будем делать? Во-первых, мне нужно сбегать быстро поспать. У себя дома. И мы закончим на этом серию. Поэтому ждите, пока я приду в комнату и восполню, типа, ну, прогресс апну. Вот, видите? Вот, оказывается, луна. Это и есть вот этот херня, что левел ап. Но мне нужно поспать. Прикиньте, оказывается, у нас в домике здесь растут разновидности растений. На лавленной территории. Это, походу, болотная, да, территория? Или это болотная? И здесь я нашел корень нирна. Самое интересное, я ищу это где... Где моя сраная кровать? Где? Мне нужна кровать. На чем я буду спать? Гильдия магов, гильдия магов. Квартира. Фу, блин. Болею. Что такое, гражданин? Нифига себе. Могу ли я где-то поспать? Приветствую тебя. Как темный эльф смог стать графом Чейденхола? Король Хаоса. Где кровать? Ты... Убирайся отсюда. Тупые порталы. Я запутался. Приветствую. Короче, ищу кровать. Короче, зашел в какую-то конюшню. Если разрешат поспать. Приветствую. Можно, пожалуйста, поспать? Отдых. Сейчас будем с вами прокачиваться. Интеллект, ловкость. Я думаю, силу прокачивать нужно, а интеллект. А, я только 3 могу выбрать. Выносливость. Ну, выносливость, я не знаю, она, в принципе, не нужна, только нужна, чтобы просто дальше прыгать, дольше прыгать. Потому что при атаке она у меня, в принципе, ничего не забирает. Ловкость, как вариант, я тоже могу прокачивать. Ну, типа,
Ну, это я, понятное дело, возьму. Скрытность влияет на вашу способность уклоняться и стоять на ногах, на ваш запас сил, на урон при стрельбе из лука. Отвечает за навыки взлом, скрытность и стрельбу. Определять, насколько быстро вы можете двигаться, отвечая за навыки атлет, легкие доспехи и акробатика. Ладно. Ну, короче, вы поняли. Уровни я, как я понял, до хера прокачал. Почему я именно на интеллект все делаю? Почему я не могу все отдать сюда? Так, сила... Сила воли влияет на скорость восстановления магии, на ваш запас сил. Отвечает за навыки разрушения, изменений и восстановления. О, вот это хорошая вещь. Все, да? Ну да. Нормально, чел. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Как-никак мы, ну, немножечко прокачались. 20 магии у нас увеличилось. ХПшки у нас увеличилось, получается, на... Не-не-не-не-не. На 17. Ну и выносливость поднялась. Поэтому на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И... Оружие увеличился урон. И всем пока. А не увеличился. Ну, плевать. Всем пока.